Ну а теперь с короной. Вот аппаратура. Пока все рядом, как мы видим, пакеты идут. Горение светодиода означает, пакеты приходят полностью. Как начинает мерцать, пакет пропадает. Как начинает уже моргать, это вообще слишком много пакетов пропадает. И рули дергают. О, дергались. О, причем я отошел. Хе-хе. Сейчас за угол зайдем и все. Вот, вот они, вот они, вот они, китайские приемники. Антенны хорошо стоят. Вот они. Заходим за угол. Все. В общем, вот при таком мерцании, вот при таком, вот я за углом стою. Вот при таком мерцании, я сейчас это не видно, просто мне неудобно снимать. Я клал сюда, именно на это место, аппаратуру, а там приемник был. Подключался это к борту. У меня рули дергались. Просто на футабе я уходил в самый конец. Тут сколько стен? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять стен бетонных. За ним там спускался до земли. И у меня все отлично. Так, легко-легко только, когда уже спустился, такие мерцания были. Но при этом рули работали. Так что это, если вы используете футабу. Вот, это я все от не ушел. Если вы используете футабу, никогда не используйте китайский приемник. Никогда. Я уже не раз об этом говорил. Причем вот этот третий приемник, он работает, ну, чуть похуже. Вот предыдущий я тестировал, ну, или может я так где-то двигал, чуть повыше руку поднял. Такое ощущение, что чуть-чуть лучше было. Ну все, все. Смотрите, фалсейф. Фалсейф за стеной. Все. Оп, 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 оп. Ну все, это фалсейф. На оригинальном приемнике, на этом, на футабе, он сейчас отключен, потому что переключен на тот режим протокол. Абсолютно все идеально, прям через все стены. Так, ну что, переключаем теперь на оригинальный футабе. Так, включаем вот эту модель. Оп, один отключился, второй включился. Нам, в принципе, он не нужен. Мы тогда сейчас его просто отключим. Вот этот провод. И пойдем тестировать. Антенна для усложнения задачи я не буду распускать. Я их загну. Вот так вот в пучок. Усложним ситуацию задачи в футабе. Пакеты хорошо пойдут. Все горит. И пошли на то же место. Тест по коридору через 10 стен. Здрасте. Тест по коридору через 10 стен. Любое мерцание светодиода означает потерю пакета. То есть пакет не доходит до приемника. Вот сюда я ходил в течение получаса, носил радиоаппаратуру, футабу. И смотрел, легкое мерцание, практически незаметно, фалсейфы. Ну, наверняка серво будет дискретно уже работать. А вот когда уже начинает моргать, все, прям залипание, рулей, все конкретно. То есть это практически срывы, что опасно для модели. Поэтому, когда народ говорит, да я купил футабу, а у меня тоже говно. Ребят, ставьте оригинальные приемники. Я уже с футабами работаю несколько лет. Я вижу, как она у меня в ретрансляторе работает, футаба. Отличный, как работают фаерскайпские приемники, где из пяти приемников только один более-менее, и то не дотягивает. Так, ну мы уже вошли, вообще ушли. Вот только легкие срывы начались. Вот. Я уже ушел далеко, через несколько бетонных стен. Ну тут, конечно, давайте усы вот выпустим. Вот. Китайский клон под футабу, протоколу фаст-тест. Приемники у меня три штуки. Прям просто в зал бетон вот так заходишь. Все, вы видели в первом тесте. Начинает хрень, пакеты теряет. Здесь я уже ушел достаточно очень далеко. Причем это тест по земле. Вот легкие мерцания только. Вот такие легкие мерцания, это легкая дискретность такая будет. То есть просто пакет не долетает. То есть управление еще есть. То есть мы видим, как футаб работает просто идеально. Это через несколько бетонных стен, представляете? По земле, в гараже, металл и по две стены в каждом в коридоре. А тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. За столбом 13-я стенка бетонная. 13 стенок, вот, пожалуйста.
вообще пакет, просто вот идеально. Кстати, Футаба очень хорошо потерю пакетов отображает. Возможно, да, телеметрия, я не вижу на аппаратуре, возможно, телеметрия, кстати, в прошлом тесте, она быстрее отвалится. То есть сама телеметрия отсюда, да, она отвалится, но радиоуправление будет офигенское. Так что, если вы используете Футабу в ретрансляторе или еще где-то, ставьте желательно оригинальные приемники. Ну, конечно, этот приемник будет стоить 10 тысяч, где-то от 9 до 10 с половиной тысяч, и китайский клон от 1300 рублей. Но, к сожалению, клоны не имеют ID-номеров, они тупо клонируют, ну, имеют в копию работу с протоколом только FAST. FAST-тест они не знают, пока еще я не видел клонов, работающих в протоколе FAST-тест. Так что вот так, так что это наглядная работа просто Футабы и китайских приемников под Футабу. О чем я сто лет назад и постоянно говорил, что если вы используете Футабу, берите только оригинальные приемники.